Регистрировать автомобили теперь будут по-новому. Правила постановки на учет транспортных средств впервые узаконят регистрацию при наличии электронного ПТС. А процедура замены двигателя в машине станет проще. Раньше сотрудники ГИБДД могли потребовать на мотор дополнительные документы. Теперь этого не требуется. Инспекторы ДПС на дорогах не будут сверять номер силового агрегата, поскольку он указывается только в паспорте авто, и водитель возить его с собой не обязан. Урегулирована и ситуация, когда у автомобиля несколько собственников. По новым правилам, все вместе они могут написать заявление в ГИБДД о согласии на регистрацию машины на одного из них или сделать такое согласие у нотариуса и оформить авто на себя в ГАИ. По новым правилам в два раза увеличен срок хранения государственных регистрационных знаков по заявлениям собственников автомобилей. Вместо 180 суток номера будут хранить до 360 суток.